когда в 80-е годы возник Хамас, есть такая версия идиотская, что его создал Израиль. Моссад. Это полная ложь. Хамас всегда был, он всегда присутствовал. Все попытки создать левые, либеральные, националистические, палестинские партии завершались тем, что когда исчезали спонсоры этих движений, они как бы сами аннигилировали сами по себе. Исламский мир — это другие законы, там нет диалектики, там нет национализма. И поэтому всегда, когда будут ослабляться европейские формы, связанные с национализмом, коммунизмом, либерализмом, будет оттуда подниматься опять какой-нибудь очередной Хамас или очередной исламский джихад, которые не созданы никакими разведками, которые являются естественной природой исламского мира, сопротивляющейся чужеродному западному колониальному влиянию.